Лукьяев Борис Таукешевич, главный тренер, и не только, это вообще очень важный человек для футбола в Кашкатау. Добрый день, добрый вечер, вернее. Расскажите, пожалуйста, пару слов вот об этой команде Кашкатау, которая играет в мини-футбол. Насколько это важный для вообще сельского поселения проект? Мини-футболом мы начали заниматься по большому футболу 2 года. Второй год мы играем на первенстве республики. Играем по первой группе. Надеемся, что в этом году получится, что ребята лидируют сейчас в лидирующей группе. И что могут выйти в высшую группу, в высшую лигу. И для поселка Кашкатау вот это очень важно. У нас сейчас построили, в прошлом году открыли ФОП, где очень хороший спортзал есть для игры мини-футбола. И покрытие, как ребята говорят по республике, одно из самых хороших покрытий, паркет в этом зале. И стали заниматься мини-футболом. Очень много людей, и молодых, и в возрасте приходят, играют в футбол. Сегодняшняя игра против команды, представляющей высший дивизион, причем не просто высший дивизион, а это один из лидеров высшего дивизиона, ЭКОКОМ. Что для вас эта игра? Какие ожидания от этого матча? Ну, мы ожидаем, что будет очень интересная игра, потому что я вижу в этой команде очень много наших ребят, я так скажу, ребята с Кашкатау. Мы по летнему первенству, многие ребята вместе играют за команду «Лагаваз». Ну а здесь у них будет соперничество. Я думаю, будет красивая игра. Покажут и наши ребята с Кашкатау, и вот эти ребята с «Кома». Красивую игру, красивую игру. Спасибо большое. Хорошей игры. Спасибо вам тоже.